Здравствуйте, с вами канал Максимадзе, и в эфире игра GTA 5 Winter Edition. Мы продолжаем дебошировать, творить непотребства. Чего у нас, точнее, какие непотребства? Мы продолжаем проходить сюжетный режим со снегом. В общем-то говоря, у нас дальше идет задание от Майкла. Давайте переключимся на него тогда. Посмотрим, где он там отвисает. Эта серия будет очень такая особенная, интересная. Такси бы вызвать. Хотя можно и просто на машине приехать туда. Это далеко? Да не, недалеко. Мы доедем спокойно на машине. Наша машина здесь, и это прекрасно. Установим точку. Ехать недалеко совсем, доедем. Короче, это будет очень интересная серия. Ой, будут очень интересные миссии в ней. Мы слетаем за пределы Лос-Сантоса. Мы слетаем в Северный Ямптон с вами сегодня. Ладно, зачем я спойлерю? Сейчас все узнаете. Вот прямо в этой миссии мы это и сделаем. Где у нас Майкл? К сожалению, семья Майкла так и держится от него подальше. Вернулся, короче говоря, Майкл домой. После того, как в кино, блин, сходил. Ты решил отдохнуть. Эй, здорово. А, привет, что тебе нужно? Я твой друг, мне ничего не надо. Я просто пообщаться хотел. Как всегда. Да, спасибо, очень ценю. Ну, как семья? Еще не вернулись? Нет, пока что. Да, у тебя баба дура, конечно. Несмотря на весь этот бардак в последнее время, кажется, я наконец-то разобрался в своей жизни. Знаю, звучит глупо. Да нет, ты что, совсем не глупо. Понимаешь? Ты же у нас такой крутой, да? Да? Ты человек дела? Ты не сидишь на диване, банки грабишь. Ты снова в деле, братан. Мы снова в деле. Понимаешь? Осталось только Брэда вытащить из тюряги. И все будет в шоколаде. Франклин делает нашу команду мультикультурной. Лестер технически продвинутой. Мы как современная Америка, только гея в команде не хватает. Вон оно как. Нет, я не совсем об этом. Деньги у меня есть, но от них одни несчастья. Я хочу снимать кино. Да, это прекрасно. Но что будет в одном-втором акте твоей жизни? Мы проверяем. Мы проведем последнее ограбление и закроем лавочку. Так я не в игрушки играю. Понимаешь, в этом моя жизнь. У меня семья. Да, у меня ничего нет. И всем на меня насрать. Мне нет. Да, конечно. Fuck you, блин. Я видел твою могилу, рыдал над ней. А потом оказалось, что нифига я тебе не знаю. Нифига, вообще нифига. Ты тогда не умер, оказывается, и ты нифига не мужик. Ну а ты-то кто такой? Я твой страшный сон. Да ты задолбался своими угрозами. О, слушай. Слушай. Можно я у тебя кое-что спрошу? Одно интересное, я уже давно об этом думаю. Там, в Северном Янгтоне. Кого похоронили-то вместо тебя, если ты, оказывается, жив? Да, не знаю. А вот знаешь, что я думаю, а? Не знаю. Ты подлая тварь.
Ты для меня сдох. Знать тебя не хочу, козел, блин. Ой, блин. Тревор, Тревор, подожди. О, нафигеть, он на моей тачке уехал. Хорошо, хоть у меня есть еще одна. Гараж открой, блин. Fuck you! Эй, да ладно, куда ты собрался? Да ты знаешь куда! Fuck you! Зачем ехать в Северный Янгтон, если это чтобы узнать, что я могу тебе рассказать за кружкой пива у меня дома? Поехали, пиццу закажем! Fuck you! Fuck you, пицца! Fuck you, все, что она символизирует! Это бред! Да, это такая разумная мысль! Останови машину, вернись, поговорим! А, я не собираюсь выслушать это твое очередное вранье, блин! Я тебе расскажу все, только остановись, поверни назад. Я сам все хочу узнать. Увидеть. Ты будешь расстроен. О, ну таким-то я точно буду. Ты разочаруешься, когда увидишь, что в могиле ничего нет. Просто мешок с песком или что-то такое. Это все обман. Сплошная ложь. Ты как вообще можешь спать спокойно? Игре конец. Я сэкономлю тебе время. Ты мне уже достаточно помог, дружище. Можешь больше не стараться. Ну хватит, Тревор. Fuck you, Майкл. Запомни, ты скоро окажешься на нем. Надо ехать в аэропорт. За ним. Он в Северный Янгтон хочет отправиться. Особый агент Нортон. Черт, Дэйви. Он знает. Он все узнал. Что? Чего? Подумай. Как это? Откуда? Не знаю. У него все-таки есть голова на плечах. Все ли он знает? Он едет в Людендорф, чтобы подтвердить свои подозрения. А потом? Никто не знает, что будет потом. Я попробую договориться с ним. Я бы пошел бы с тобой, но я... Не волнуйся, это касается только нас с ним. Кроме того, если все пойдет плохо, ты ведь тоже в его списке. Да, это успокаивает. Едем в аэропорт. Можно было начать миссию с Тревора, но эту миссию начинать с Майкла как-то интереснее. Больше будет этих прикольных кат-сцен и все такое. Эту миссию лучше начинать с Майкла. Так мы это и сделали. Прибыли в аэропорт. Да, Тревор на своем собственном самолете туда полетит. А вот нам придется потерпеть. Нам придется на частный самолет сесть. Точнее, ну как частный. Рейс ближайший в Северный Янгтон как раз таки есть. Поэтому мы сейчас идем туда. Пропустите, дайте дорогу очень важному человеку. Его бойфренд прибыл в аэропорт. Наши люди готовы ему составить компанию в любом рейсе. Бойфренд? Капец какой. Нам дают возможность покататься по Северному Янгтону. Если бы мы эту миссию начали с Тревора, нас бы не было бы такой возможности. Слушай, Амада, мы переезжаем в Лос-Сантос. Начинаем новую жизнь. Я заключил сделку. Мы все начинаем с чистого листа. Слушайтесь меня, и никто не пострадает. Доверься мне, милая. Посмотри на меня, Аманда. Что мне еще оставалось? Варианты были или сдохнуть все, или останется один. Остался я. Спокойно, Ди. Спокойно. Его зовут Дэйв Нортон. Он хороший парень, с реальным взглядом на вещи. Он прославится, а я выйду из игры. Тут и думать нечего, Аманда. У нас нет выбора. Ты хочешь умереть здесь, где всегда идет снег, или жить там, где светит солнце? Ты хочешь вообще жить? Мы это уладим. Скажи, что хочешь. Это воспоминания Майкла. 10 лет назад.
именно 10, не 9, потому что давай мы Новый год прошел, мы будем считать, что это 2014 год уже идет у них тут. Есть одно хранилище за городом, тебе лучше не знать. Обещаю, все будет в порядке. Не дрейф, действует по плану. Все будет в шоколаде. Я сделал часть сделки, Аманды. Мы свободны. Мы заживем счастливо, как нормальная семья. Это в план не входило. Тут мороз, конечно, в Северном Янтоне. Дело сделано. Все в порядке. Все позади. Все накрылось. Мы в жопе. Одно последнее дело, и на этом все. Кстати говоря, хотел прохождение вот в этом сделать так, чтобы вот в этом месте был день. Вот было бы прикольно на самом деле. Но даже с помощью мода здесь нельзя сделать день. В Северном Янтоне, вот это, именно в этой миссии, можно только от 22 часов до 12 часов ночи. День сделать нельзя никак. Ну ладно. Неважно. Ночью это как-то прикольнее все-таки, чем днем. Ваше оружие было отобрано при входе в самолет. Ой, ну зашибись вообще. Эй, не трать попусту время. Ты для этого прилетел сюда? Чтобы сказать, что я зря трачу время? Давай, раскапывай. Мне насрать. Да, ты похож на человека, которому на все насрать. Да не смеши меня. Долго ты еще будешь врать, Майки? Когда это кончится, а? Все тайное становится явным. Успокойся, Тревор. Ничего нету там. Вот он. Момент истины. Как будто я не знал. Брэд! Слушай, каждый выживает как может. Все вышло не совсем так, как я планировал. И как же ты это планировал, а? Брэд в тюряге, а я в земле? Или мы оба в гробу? Брэда подстрелили, ты видел? Он не выжил. И меня тоже, но мне повезло. Вот и все. Я думаю, единственное, чего ты не планировал, это увидеть меня на своем пороге 10 лет спустя. Майки, я горевал по тебе. И меня тебя не хватало. Но у меня есть долбанная семья, Тревор. Мы все должны были сдохнуть. Он, вот он умер. Змея, ты подкованная! Я не хотел этого. Врешь, хотел, только у тебя кишка тонка, блин. А вот я другое дело. Я потеряю больше, чем ты. Лучше не скажешь, братан. Давай, спускай курок. Ну, кишка тонкая. Ну, стреляй, блин. Это еще кто? А, пошел ты нахрен. Тревор Филлипс, мистер Чен хочет поговорить с вами. Эй, вы тут не по адресу. Он там. Лови бойфренда. Бойфренда? Вот козлы, а. Будь здоров. Чихнул. Сдохни, дила, бля. Надо срочно подбирать пушки эти. Что это за уроды, Тревор? Там тело Брэда. Ну, где еще эти мудилы, а? Ага. Искать его.
Ух, даже с замедленной способностью это будет непросто сделать. Китайцы хреновые. Эх. Я не слабый, я всех вас перебить могу, блин. Одним выстрелом в башку. Блин, блин, перезаряжай оружие быстрее. Только бы сюда бы никто еще не пробрался. Любовника. О чем они думают, а? Филлипс туда пошел. Эх, жалко, даже нет гранат. Тебе крышка, сдавайся. Мы с Тревором больше не друзья. Да ладно, что мы им говорим? Они все равно будут пытаться сейчас похитить нас, поймать. Тревор нужен им. Только непонятно зачем. Пока что непонятно. Ух. Сейчас надо поэкономнее к оружию относиться. Опа-на, вот еще пушка есть. Хватай скорее ее. Сейчас еще появится, я прям это чувствую. Где еще? Нет, вам конец сейчас придет, блин. Ну, где? Ух, что-то много китайцев этих. Всем так просто не накостыляешь. Да пошли вы, блин. Наконец-то. Эту способность надо использовать обязательно в этом миссии, иначе в первом прохождении я с первого раза не смог ее пройти. Я вообще не помню, с какого раза я ее прошел. О, поезд их задержит. Но заводись. Тревор сломал, наверное. Эй, вот он. Держи руки на виду. Тебе некуда бежать, бойфренд. Окей, окей. Вытряхивайся из машины. На этом самолете Тревор туда и полетел. Тревор Филлипс Индастриз, мистер Филлипс, это Вэй Чен, с моим старшим сыном Тао вы знакомы. А, тот жуткий дебил разорвал обговоренный контракт. Как у него дела?
Спасибо, он по-прежнему осваивает дела. Мои друзья упустили вас в Северном Янгтоне, а я так надеялся, что мы сможем победить. А-ха-ха! Это были твои люди! Извини, что пришлось свалить. Ваш бизнес не мешает. Я хочу начать операции в округе Блейн. Но с вашим департаментом вы не даете мне там установить связи. О, очень жаль. Но что тут поделаешь? Я уже кое-что сделал. Ваш любовник у нас. О-о-о-о. Мой любовник? Майкл Де Санта. Вы вместе жили в трейлере вместе с горничной. А потом уединились в большом доме. Очевидно, он вам близок. Сколько вы готовы отдать за его безопасность? Мой любовник? Да, не повезло. Не хотел предавать друга, не хотел подвергать его жизнь опасности, но тут выбирать уже не приходится. Бизнес я не сверну. Тогда он умрет. Я серьезно. Передайте ему, что я люблю его всем сердцем. Да. Те самые китайцы, которые разорвали контракт. Чен старший хочет на месте Тревора устроить свой бизнес, но Тревор Philips Industries мешает это сделать. Осторожней, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, осторожно. Ой. Теперь вы будете автоматически надевать парашют, садясь в самолет или вертолет. О, прилетели. Чё там Ламар нам прислал? Псих, жми в мою берлогу. Мы с Фрэнком пригоним для последнюю тачку для богача. Ты с нами? Да. Машину, может, я и верну потом. Так. Майкл сейчас в плену у китайцев. Выбрать его сейчас пока нельзя. Фух. Мистер Чен, вы точно уверены, что вам это надо? Мистер Филлипс, вы не передумали? Мистер Чен, рисовый брат, распишите мне еще раз, какие у меня есть варианты. Отказаться от своих интересов в округе Блейн. Или больше никогда увидите мистера Де Санто. Мой бизнес или мой бойфренд? Какой сложный выбор. Похоже, мне не видать больше его морды. Мы хотим дать вам еще один шанс. Но уже скоро. Будет поздно. Привет, босс. Позволь мне задать один вопрос. Эксперт по заговорам. Конечно, я весь внимание. Какого хрена ты не видишь лажу, которая происходит у меня под носом? Я про Майкла Таунли говорю. Он иллюминат? Или что-то еще? Нет. Он человек-ящер. Боже, я и не знал. Он не ящер, он лжец и мошенник, проклятый. А, я думал, ты и так это знаешь. Брат мертв. Эти письма мне федералы писали. Черт, федералы? И что ж ты будешь делать? О, не знаю пока. Может выпустить тебе кишки, чтобы ты узнал об этом? Надо подумать. Тревор примет участие в последней... Ой, этой. Последней кражи машины для Дэвина Уэстона. Сейчас надо будет съездить в трейлер и переодеться. Алло? Кто это? Это я. Наверное, мне не следовало звонить. Патриция! Миссис Мадразо! Привет. Ты хорошо себя ведешь, Тревор? Да, Патриция. Я скучаю. То, что между нами было очень важно для меня. Мне пора.
Что это было? А, это ты стреляешь? Неужто кто-то тут кого-то закапывал? Рон, тренируешься с оружием? Так, переодеться надо в нормальную одежду. О, фух, как это все тяжело, а. Ладно, погнали на точку. В берлогу Ламара. Там встретимся. Чик-чик. Наконец-то приехали. Как дела, Ламар Дэвис? Я часть команды, братан. Команды? Но это же не про меня. Я про команду Франка, которая угоняет тачки для Дэвина Уэстона. А, этой команды. Слушай, я угнал тачку, и теперь у меня встреча с Франклином. Возьмешь, Паркер. Найдешь у нас у гаража. Везем их в Палетто Бэй. Ладно. Путь, конечно, не близкий. Но потерпим. Забираем последнюю, пятую машину для Дэвина Уэстона. Надеюсь, он нам щедро заплатит уже наконец. Хотя он что-то уже доверия не сильно-то заслуживает. Как-то он ведет себя так, как будто не собирается вообще делиться с нами. Ну, надеюсь, что я ошибаюсь. Буду рад ошибаться. Что это за последняя тачка у нас? Я не помню, какая там тачка последняя. Сейчас узнаю. Мы уже почти доехали к тому месту, и сейчас узнаем все. Здорово, мужики, как дела? Ох ты, какая лимонелла желтая. Лимонелла, я имею в виду цвет такой лимонный. Так, надеюсь, Тревор раздобыл грузовик уже. Точнее, взял тот грузовик, про который мы говорим. Ну и как все прошло без проблем? Ты же меня знаешь? Да, я тебя знаю. Чё ты тогда думаешь, все шоколадно? Где же пятна крови, дырки от пули, прочая хрень? Я не любитель, а профессионал, как твои старпёры, блин. Ну, рассказывай. Я увидел тачку. Вот и все. И взял. Никакой охраны? Никто не говорил, что ты там забыл в моей тачке? Меня это пугает на самом деле. Что-то тут нечисто. Расслабься, братан. Осторожнее, заезжай в грузовик. Опа! Как вылезти только из машины? Босс доволен, значит можно ехать. Какой он нам босс? Он никчемный ниггер. Давай, затаскивай свою задницу в грузовик. Погнали, Палетто Бэй, шоссе Синора. Ух, ё-моё, 12 километров, 13 почти. Блин, ребята, это очень много. Это самая долгая поездка из всех вообще в этой игре. 12 километров. Давайте-ка, вот, смотрите, сколько нам надо сейчас проехать. О-о-о-о, это минут 10 займет, наверное, или 12. Ух, ладно. Чё у нас тут? Тревор, Ламар и Франклин. Какие у нас тут машины имеются? Чё тут этой красной, я не помню. И здесь есть Z-Type. Та оранжевая машина. Одна из первых, синяя. Это машина, с которой умеет стрелять. Желтая вот эта лимонелла непонятная. Ладно, ехать очень далеко. Мы встретимся там, где будет это нужно. Чик-чик. О, копы подключились. Проснись, Франклин. За нами следили. Ну и что будешь делать, храбрый лидер? А, ладно, я разберусь. Езжай, я отвлеку их на той крутой тачке. Молли сказала, что на борту будет подарочек.
Только не забудь гарнитуру. Вы перевозите краденые машины. Остановите машину у обочины. Не остановлю. Наверное, они ждали, когда мы выйдем из города. Похоже на то. Не остановимся, даже не подумаем. Никакой слежки, ну естественно. Черт, осторожно. Не вилять, не вилять. Не остановим, не остановим. Попробую их отвлечь. Какая интересная машина. Левый контрол — это бросить шипы. Сам бы угнал тачку, тогда и говорил бы. Блин, они стреляют. Так-то, блин. Нельзя только привести их к точке сброса. Будем разбрасывать шипы, не останавливаясь. Так-то вам всем, блин. Так, вроде бы больше их нет. У тех колеса продырявленные. Ого. Hello. Привет, это Франклин. Франклин. Клинтон. Мистер Клинтон, разумеется, кстати, этот разговор относится к категории адвокатской тайны. Груз у нас, сами знаете какой. Только полиция была на хвосте. Но мы ушли. Где вы находитесь? На стоянке грузовиков Проскопио. Везем тачки на грузовую стоянку в Прокопио. Понял. Не помню, правда, где это. Так, ну мы уже приехали. Нет, еще не при... А, нет, приехали, вон там. Поговорю с адвокатшей, заберу бабки. Я слышал про гонорары директоров. Только не обалдели бы. Привет, Фрэнклин. Да, где Девин? Медитирует или кого-нибудь разводит? Учитывая, каким драматическим последствиям привели ваши действия, мы решили, что вам по Камдуину лучше не встречаться. Где денежки? Мистер Уэстон — один из самых талантливых инвесторов в мире. Он, безусловно, действует нестандартно, но все анализирует тщательно. Да, может, он не талантливый, но вот что я тебе скажу. Он никогда не полюбит твою задницу. Где мои деньги-то, блин? С вами произошло лучшее, на что можно было рассчитывать в данной ситуации. Он подержит ваши деньги у себя, потом вложит их в фонд и передаст их вам, когда подобное действие не привлечет ненужного внимания. Иными словами, меня ограбили? Ты что, шутишь, а? Мистер Клинтон, это весьма недальновидный взгляд на ситуацию. Погнали. Я угоняю тачки и шмаляю дебилов. Дальновидность, видать, не моя тема. Поехали. Садись в машину, давай быстрее, чего ты ждешь-то?
Франклин? Лестер, что происходит? Майкла не видел? Человек, с которым он меня свел, зажал деньги. Ха, он отключил телефон и кредитками не пользуется. Это ненормально. Последний раз он оплатил билет из Северного Янгтон. А потом его сигнал, мобильник подал сигнал в Сан-Си, молчание. Видать, он в городе. У него могут быть проблемы. Не знаю, надо спросить у Тревора. Он тоже ехал в Северный Янгтон. Я попрошу его с тобой встретиться. Отправь его к моей тетушке, ладно? Я хотел поехать за той машиной, где едет Молли. Хотел узнать, что будет, если ее взорвать. Но, блин, не получается. Ладно, неважно. Девин, ты какого хрена мне не заплатил, а? Эй, чувак, что за хрень? Ты же сказал, что я получу деньги после этой доставки. Тебе заплатили, твой гонорар ушел в инвестиционный фонд под моим непосредственным управлением. Да бред ты какой-то несешь. Так может показаться человеку несущим. Но поверь, для тебя так будет лучше. Спроси у твоего друга Майкла, он подтвердит, что я весьма полезный человек. Да я сейчас не с Майклом говорю, а с тобой, мадафака. Намасте, Фрэнк. Дебил, вообще. Вот я так и знал, что он нам не заплатит. Ладно, короче, едем к дедушке Франклина. Там нужно будет встретиться с Тревором. Чик-чик. Okay, buddy. There you go. Мы женщины, услышь нашу боль. Мы женщины, услышь наш крик. Услышь, мы женщины. Заткнитесь нахрен. Спасибо. Что там происходит, а? Это слово на букву Н, да? Здорово, кореш. Эй, какого фига, разве так себя ведут, когда друг совершает ошибку, а? Не-не. Тебя забавляет, когда мне больно, да? Не-не-не, ты что? Fuck you, блин. Еще раз думаешь надо мной смеяться, я тебя нафиг урою вообще. Да успокойся, чувак. Я немало придурков встречал в своей жизни. Но ты долго не протянешь с таким дерьмовым отношением к людям. Зазнай-ка ты хрену. Послушай, чувак. Успокойся. Это было смешно, и я поступил неправильно. К сожалению, ты упал. И мне это показалось смешным, понимаешь? Извини. Ладно, окей. Извинения приняты. Доволен? Так что... обнимемся в знак примирения, а? Ха-ха-ха-ха, я тебя подловил. Ты ведь весельчак, да? Фикс 2, я не весельчак, я просто козел. У меня было очень трудное детство. У тебя все в порядке? Да, просто я весь на нервах. Знаешь, я тебя люблю, чувак, но я бы... Тише, слушай. Лестер сказал, что ты знаешь о Майкле что-то. Майкле? Да в жопу Майкла, надеюсь, он сдох. Да брось, ты же не такой жестокий. Конечно, вы не ладили прежде, но что за хрень произошла в Северном Янгтоне? Кто его там прижучил? Кто? Мой друг Рон встретил этих китайских уродов. Они из Яншаня, что в Китае. У нас возникли проблемы. Они по дурости решили, что Майкл мой бойфренд, и похитили его. Да, он, видимо, у них в плену теперь. Пожалуй. Да хватит уже, бро. Fuck you. Если тебе нужен этот говнюк, сам им и занимайся. А для меня он сдох. И сдается мне, если я его снова встречу, он сдохнет и для всех остальных. Да брось, кореш, не делай этого. Не испытывай судьбу, приятель. Что это? Что? Что это было? Скотины! Вы все скотины!
Эй, это я. Что сказал Тревор? Майкл схватила какая-то китайская бригада из-за Тревора. Я оценил иронию. Посылаю тебе приложение для телефона. Телефон Майкла снова появился в онлайне. Его сигнал можно определить с помощью этого приложения. Чем меньше дистанция, тем оно лучше работает. Я же сказал, он мне не Джи, Лао. Только не пытайся убедить нас в том, что вы не любовники. Да он смеется над тобой, дебил. Совершаешь ошибку. Я потратил кучу денег, чтобы вас выследить. Я обратился за помощью ко всем, кого знал на Среднем Западе. А вы убиваете тут много хороших людей. До свидания. Я тебе покажу, до свидания, блин. И убейте его. Тревор Филлипс не приедет. Эй, эй. Так, посмотрим. Цель найдена. Так, судя по приложению, нам надо ехать прямо. Чуть-чуть левее. Нет, там тупик. Там Гроу Стрит, значит, нам не туда. Куда-то прямо ехать нужно, насколько я понимаю. Ехать быстрее, пока Майкла не порезали на мясо. Так, судя по всему, где-то тут рядом должно быть, насколько я помню. Находится мясорубка у них тут. Там. Вот они где. Зря теряем время. Проделали такой путь до Северного Янтона, и все, блин, напрасно. Да, патронов у этой штуки мало совсем. Эй, у вас тут белый чувак. Это мой чувак. Куда вы его упрятали? Отвечайте. Воу. Где ты, братан? В какую-то жидкость упал. Видимо, он там сдохнет. Но Тревору насрать на него. Ой, я получил сильное ранение в голову. Но меня это не убило. Блин. Я что-то не знал, что он там скрывается. Еще и из дробовика стреляет. Так, кинем, короче, гранату туда, чтобы
если там кто-то скрывается. Но такое чувство, что там нет никого. А, вот кто меня убил с дробовиком. Станок заклинило. Иди сюда, пока он не заработал снова. И не разжевал меня. Блин, вот он стреляет, только я не вижу его самого. Ух, ё-моё, ничего себе, бля. Это еще не все. Кинь мне пушку. Так, проверю еще там. Пустишь меня позже. Коридор только зачисти. Да что ты не дохнешь-то никак, а? Пустить тебе кровь. Давай, идем. Но, че оружие-то не стреляет? А, это ты? Господи, я уж думал, это враг ко мне идет. Сюд. Ой, да его сейчас разрежет там на мясо. Да, эти ребята сильные. Одного выстрела им может быть мало. Погнали скорее. Фух, все, больше, надеюсь, никого нет. Франклин, даже не знаю, как тебя благодарить. Да это ничего, мы же друзья все-таки. Да, но друзья. Некоторые так не поступают. Ты слышал правду? Сраный Тревор нассал в штаны и бросил меня. Когда мы были в Северном Янгтоне, Тревор психанул, крыша поехала. Он собирался меня убить. И тут появились китайцы. Он рвет когти и... Вот я снова в Лос-Антосе. Вижу на сраном крюке для мяса. Только благодаря тебе я на свободе. Как ты нашел меня? Меня родные искали? Не, они еще не приехали. Мы с Лестером решили, что тут что-то не так. Потом я поговорил с Тревором, он сказал, что ты у китайцев. Тревор тебе сказал? Не по своей воле, но сказал. Да, подумать только. Он на тебя злится гораздо сильнее, чем при ваших других выходках. Если он хочет разобраться, то будь уверен. Он знает, где меня найти. Я только что спас. И что, вы теперь друг друга поубиваете? У нас же дело, федеральное хранилище, помнишь? Да, с этим, возможно, придется подождать. Ты прав, у тебя же дело с тачками. На самом деле, никакой темы с тачками нет больше. Мы пригнали их последнюю, а Дэвин Уэстон зажал деньги. Этот мадафакер решает вложить их в фонд. Серьезно?
Да, серьезно, и что нам теперь делать? Ну, извини, инвестиционный фонд, это неплохая идея. Мне наклюнулось сделать другое дельце с Девином насчет киностудии. Посмотрим, как оно выйдет, и тогда поговорим о том, где твое бабло. Да, меня во все дыры, блин, имеют. Мы с этим разберемся. Ой-ой-ой. Я еще не отделался от ощущения, что вишу вверх ногами. Дай мне немного прийти в себя. Не, ладно. О, давай, увидимся. Слушай, не хочешь в гости зайти? В твой огромный пустой дом? У меня и так на душе хреново. Ладно, в общем, спасибо тебе все равно. Погоди, вопрос вскочил. Что у вас все-таки тогда, там случилось? Говорю, что Тревор психанул и хотел убить меня. Потом меня поймали китайцы. Не-не-не, до этого. Я про вашу историю с федералами, Тревором и Брэдом. Ладно, я понял о чем-то. Я принял спорное решение. Не знаю, правильно ли я поступил или нет, тогда я думал, что правильно. У меня была семья, Франклин. А я работал с психами, которым было нечего терять. Я увидел выход, будущее для себя и своей семьи. И воспользовался этим выходом. Да ты предал всех, кого знал. Или они, или я. Я знаю, это цинично. Я не жду. Сразу это поймешь. Ты поймешь, ты когда обзаведешься своей семьей. Проснешься однажды утром и вдруг почувствуешь, что ноги тебя уже больше не держат. Ты никуда не сможешь бежать. Посмотрим. Будь осторожен, чувак. Лады? Когда Тревор узнает, что ты жив, не представляю, какую хрень он выкинет. О Треворе не беспокойся, ему до меня не добраться. Пока что. Береги себя. Понял? Он не за мной придет. Ему нужен ты, а не я. Ты. Да, я так, на всякий случай. Фух, ну и серьезная же сегодня серия получилась. Майкл был, побывал в большой беде совсем. Темнеет на улице уже. Можно вернуться на киностудию, пойти к Соломону Ричардсу. Этим мы займемся в следующей серии. А сейчас давайте переключимся на Тревора. Я хочу позвонить Вэйчену. А Тревор угорает надо мной, отвисает вообще где-то в горах, блин. В женском этом. Блин, Тревор, ты еще ужаснее, чем я думал. Надеваешь какие-то костюмы непонятные и... Блин, скройся от меня, пожалуйста. Мистер Чен, мистер Филлипс. Говорят, что ваш любовник нас покинул. Да, а что это вообще было? Я думал, вы укокошите его до меня. Мистер Филлипс, мои люди погибли. Я записал их смерть на ваш счет. Скоро вам придется оплатить. За мной не заржавеет. Где меня искать, вам все равно неизвестно. Ладно, на этом все. С вас лайк, Господь Иисус, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Всем пока.